Здесь он жил последние 4 года, с 1972 по 1976. Вспоминаются стихи, которые, как знать, возможно, и родились под впечатлением от этой картины. «Волга, Родина, прости слова восторга и прости меня за все, что умолчал. Я живу тобой, плыву тобою, Волга, знаю твердо, ты последний мой причал». В квартире музея сохранено все, как было при жизни поэта. Привлекает внимание подарки и сувениры, привезенные Михаилом Кузьмичем из разных стран, с разных континентов. Каждый предмет в этой комнате – знак признания и уважения к большому советскому поэту. На рабочем столе поэта – записная книжка. Здесь можно найти наброски из будущей поэмы «Признание в любви», начало известных строк «Стихи меня взорвут когда-нибудь». Книги с автографами таких писателей, как Лев Ашанин, Степан Щипачев и других. Побывав в этой квартире, при восстановлении которой много потрудились сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея, как-то по-особому понимаешь родство Михаила Луконина с бессмертной землей Сталинграда.